Времени они должны с моим временем считаться. А дедушкины песни они слушают, кстати? Конечно. Да? Конечно. То есть репертуар Кобзона знаком хорошо? Они с дедушкой ходят на кладбище к бабушкам. Угу. И к моей теще, и к моей маме. Я их приучаю к памяти. Вы мне извините, поют. Вы мне про смартфоны говорили, а вот здесь вот Кобзон со смартфонами. Тут только что говорили про внучек, а здесь вот с Кабаевой Кобзон. Мы долго сидели в одном созыве в доме. Ага. Я хочу вам сказать комплиментарно с Алиной. Она очень полезный человек. Так. Никто не ожидал, когда поднялся вой, почему это артисты пошли в Думу, спортсмены пошли в Думу. Вот, скажем, артисты должны идти в Думу и защищать интересы культуры. Спортсмены должны защищать интересы спорта. Ярким доказательством, вы сейчас показали мне снимок Алины, ярким доказательством является и Алина. Я согласен с вами. А почему ваша жена нас покинула? Вот, нельзя... Неля! Девчонки просто пришли, я их отправляю. Почему нас? Это видите, какие у нас люди. Вместе поедем? А, Алеша приехал, пойдите. А, ну хорошо, сейчас поедем. Идите пока чай пейте. Я войду, да? Немного я пойду. Это средний. Нелли, мы... По уважительной причине. Нелли Михайловна. Да, Нина Ильмиховна. Ты почему нас покидаешь? Я провожала твоих внучек. Куда? Провожали. Они едут на студию звукозаписи записывать с дедушкой песню, которую они хотят исполнить. Мой юбилейный вечер. Да. Угу. У нас, кстати, тоже есть подарок для вас. Вы говорили, что ваш медовый месяц был в Прибалтике. Прибалтика, она ассоциируется у нас у всех, у советских людей, с янтарем. Поэтому мы... Не медовый, да. Женя, а бедовый какой? Месяц. Да. Бедовый. Бедовый, да? Ну, вот ой, такие янтарные бокалы, чтобы вы могли... Да. За... это какой будет сколько же лет вместе, чтобы вы могли из них... Представляете, сколько солнца, сколько моря здесь. Красота. Смотрите далее. Какие фотографии удивят хозяев дома? А где вы это все взяли? Работали. Как народный артист оказался в милиции? Иосиф, меня один мужчина преследует. Так. Он говорит, что напрягся сразу. И что Нелли Кобзон собирает много лет. Это ж недалеко, это где-то же здесь, да, вот эта вот коллекция. Вот это видел. Она и есть. Да, да.